Иду я по тропинке, иду я через лес. Как много здесь красивого, как много здесь чудес. Послушаю кукушку и дальше побегу. Гостинцы делаю бабушке, в корзинке я несу. Здравствуй, детка, здравствуй, крошка. Куда держишь путь-дорожку? В гости к бабушке иду и гостинцы несу. Что, тяжелая корзина? Дай тебе я помогу. Серый волк тебя узнала. Мне все мама рассказала. Я болтать с тобой не буду, ну-ка, уходи отсюда. Ладно, ладно, извините. Поскорее уходите. Этот волк такой опасный, он живет в горах Кавказских. Волк как в сказке, точь как в точь. Надо девочке помочь. Ты что, сказку не читала и про волка не слыхала? Про коварство и про лесть. Он тебя же может съесть. Съесть? Да, он сейчас пойдет в избушку и, конечно, съест старушку. Ах, бабушка. Хватит плакать, ты беги бабушку предупреди, а мы охотников найдем и на помощь позовем. Эй, охотники, идите сюда, девочке грозит беда. Что у вас здесь происходит? Кто сбежал? Кого здесь ловят? Волк идет сюда, злодей. Он погубит всех людей. Ох, разбойник. Сейчас. Не уйти. Ему от нас. Заряжаем быстро ружья. Встречим волка так, как нужно. Рота смирная, все направо, охотимся на славу. Тихо, кажется, я слышу волк. Быстро прячемся и молчок. Быстро прячемся и молчок. Ах, какая красота, птицы распеваешь. Но зачем же волком злым всех детей пугает? Ой, охотник, Владик. Окружай его, ребята. А не то уйдет лохматый. Лапы вверх, стоять не смеется. Сопротивление бесполезно. Раз, два, три, пли! Ах, разбойник, Саш. Ах, разбойник, убежал. Первый я в него стрелял. Владик, ты стрелял и не попал? Ты знаешь. Пошел к ним? Не тут самое. Ты стрелял и не попал? Хватит спорить. Хватит спорить вам без толку. Побежим скорей за ним. Догонку. Ау, никак дорогу не найду. Так бежала, что тропинку потеряла. Серый волк, опять ты здесь? Вы меня хотите съесть? Нет. Из-за вас бежала так, бабушку твою спасать. Что вы? Как же так? Старость надо уважать. Бабушку я вашу знаю, мимо часто пробегаю. Если хотите, привожу и дорогу покажу. Здесь направо повернем и по мостику пойдем. Мимо озера берез, бабушка давно нас ждет. А в это время бабушку пришли проведывать ее соседки. Как здоровье, как дела? Захворала что-то я. Вот шиповник, он полезный, защитит от всех болезней. Принесла тебе соседка от простуды мед лесной. Обязательно попробуй, он пчелиный, золотой. Все сейчас я заварю и душистый чай попью. Всех, кто мне помог в беде, приглашаю я к себе. Угощайтесь, не стесняйтесь, душистым чаем напивайтесь. Внученька должна прийти, уж не сбилась ли с пути. Слышу шорох у ворот, кажется, она идет. Здравствуй, бабушка.
Моя. Моя. Рада видеть я тебя. Не возьму никак я в толк. Неужели это волк? Внучка, милая моя, зачем ты волка привела? Этот волк совсем не злой. Лучше мы пойдем домой. Бабуля, вот в корзинке пирожки. А еще для вас? А еще для вас цветы. Вот спасибо, ну тогда сейчас втроем с пирожками чай попьем. Ай, как вкусно, ай, как вкусно. Пирожки люблю с капустой. Охотники, пойдем. Вот и сказочки конец. Волк попался наконец. Владик, ох, охотник, ох, разбойник, ох, Владик. Ох, он, ох, разбойник. Ох, разбойник, ох, Владей. Будешь знать, как есть людей. Вовсе я людей не ем. Я пирог с капустой, джем. В нашей сказке волк не злой, добрый, чуткий, золотой. Вот-то это да. А мы не знали, как хорошо, что у тебя мы не попали. Что тут думать и гадать? Каждый добрым может стать. Опасались мы напрасно. Сказка кончилась прекрасно. Злым и хищным быть не модно. Уж поверьте, это так. Потому что поселился в нашей сказке волк добряк.